Здравствуйте. В эфире передача «Что имеем, не храним». У меня сегодня очень оригинальная передача. В гостях два директора краеведческих музеев. Начну с гостя. Это Чиликин Андрей Игоревич. Из Тамбова приехал и директор Тамбовского областного краеведческого музея. Вот. И у нас всем вам знакомый директор, директор нашего национального музея. Мы так спрятали за словом национальное слово краеведческий. Гальденберг Михаил Леонидович. Вот такой сборник издается при помощи Национального музея и при помощи еще нашей госакадемии, да? Державинский сборник, державинские чтения. Они сегодня объединили моих гостей, поскольку сейчас идут державинские чтения. Ну, не знаю, когда передача выйдет, но вот снимается она во время державинских чтений. Давайте-ка я задам вопрос нашим гостям, чтобы как бы весовые категории узнать. Вот Тамбов. Значит, Гаврила Романович в Тамбове сколько проработал? Около 3 лет. Около 3 лет. В Петрозаводске? Около года он отсюда как раз уехал в Тамбов. Ага, уехал в Тамбов. Ну, первое. Второе. В Тамбове какое сейчас население? В городе 282 тысячи. Почти как у нас, да? 260, но интересно, сколько было населения при Державине. У нас 3400 жителей. Один из самых маленьких губернских. А у вас есть такая цифра? 15 тысяч. 15 тысяч. То есть он приехал, ну вот, у нас год с 3000, там 3 с 15. Да, да, да. Получилось так. Ну, скажем, вот музей ваш находится в здании какого века? 20 век. 20 век. Но это... на улице Державина находится. Находится на улице Державина. В центре города. В центре города, да. Это дом бывший политпросвещения. А у нас где улица Державина? У нас улица Державина, мягко говоря, на периферии. Там на очень периферии. Непрезентабельные домишки. Зато музей находится... На площади Ленина. На площади Ленина и в здании какого века? В губернаторском доме. В здании конца 18 века. Теперь еще последний вопрос вам по коллекциям. Вот, скажем, у вас ваши фонды насчитывают в коллекции в музее сколько? 128 тысяч. 128 тысяч в Петрозаводске. 224 тысячи. Это у нас такой пинг-понг, да? Да. Да, вот как бы телезрители так вот увидели. Ну, хотя я вот не знаю, что хорошо, что плохо. Там на улице Державина у нас, Державина на отшибе, но музей у нас... Сколько лет музею? А сколько лет? 134 года. 134 года музею? 142 года. Ну, примерно одно и то же. Но фондов на 100 тысяч больше у нас. Да, набрали больше. Ну, а почему так случилось? Может быть, у нас много всяких катаклизмов тут происходило, и поэтому набрано документов? Вопрос очень сложный. Наверное, в Тамбовский музей сложнее попасть. Тем более, что по симптоматике меньше фондов должно было быть бы у нас, потому что музеи рождены почти в одно время, а у нас была война, эвакуация и оккупация. Поэтому удивительно, что у нас на 100 тысяч больше фондов. Это цифры, над которой надо думать. То есть у нас музей все время был разграблен? Было такое? Ну, война нанесла определенный ущерб. Причем и оккупация, и эвакуация. А в Тамбове? В Тамбове никогда не было ни оккупации, и Тамбов никогда не был захвачен. Здесь могут даже цифры быть одинаковые по одной простой причине. Во-первых, когда-то фонды краеведческого музея составляла картины и галереи, а в 61-м году она получила самостоятельность. То есть все, что было связано с художественной культурой, было передано туда. И кроме того, Тамбовский краеведческий музей пострадал в результате двух событий. 43-го года, когда церкви возвращают верующим. И вся алтарная часть, все иконы были взяты из краеведческого музея. И в том числе и обиходные священнослужители. Церковная утварь, наверное. Естественно, да? Безусловно, конечно, все. И, кроме того, 88-й год, тысячелетие крещения Руси, тоже забрали экспонаты Русской Православной Церкви. Интересно. Михаил Ильич, насколько я понимаю, Петрозаводский музей церквям не все отдал.
Нет, у нас осталась экспонатура, безусловно, но то, что вот интересовало, забрали. Наши музеи, надо по-другому ставить вопрос, героически сохранили вот эти ценности. Да, ценности сохранили. Вот, поэтому я бы не противопоставлял здесь. Ну, да, да, нет, конечно. А знаете, какой еще можно задать вам интересный вопрос обоюдный? Вот скажем, Тамбовщина каким именем гордится исторически? Вот все-таки Державин вас соединил, вы сейчас вместе, но наше имя – это не Державин, то, которое во главе угла. Это скажет Михаил Ильич, какое имя, а вот начнем-то с Тамбова. Страшный вопрос вы мне сейчас задали. Да что вы? Вы что, хотите из партии кого-то первым лицом назвать? Сегодня нет. Я не могу выбрать. А, даже так. То есть не существует. Есть пантеон богов, да? И нет. Нет. Сегодня вот Михаил Леонидович сделал, когда я представлял Тамбов на конференции, на чтениях, сделал для себя открытие, что Тамбов – это Агапкин с прощанием славянки. Прощание славянки на Тамбовщине написано. На сопках Маньчжури Шатров. Тоже Тамбов. Зоя Космодемьянская, в этом году 90-летие со дня подвига. Первая женщина-герой Советского Союза. Тоже Тамбовщина, она родилась на Тамбовщине. Серафим Саровский. Тоже Тамбовщина. Давайте мы вам поможем выбрать. Рахманинов. Рахманинов, Тамбовщина. Чичерины. Чичерины, Тамбовщина. Так, поэтому надо корректнее ставить вопрос. Вернадский. Вот знаете, есть имя все-таки брендовое. То, которое, оно должно быть одно. Его вот берут, и он вот на первой хоругве именно это имя. Ну, тогда Рахманинов, наверное. Ну, мне вчера, вы знаете, очень понравилась ваша фраза. У министра культуры вы ее сказали поздно вечером в кабинете. Как Петр для Карелии был человеком, разбудившим наш край, так Державин. Державин для Тамбовщины. Тамбове, да. Вот... тоже можно сказать, что Державин знаковая фигура. Нет, Державин однозначно, конечно. Потому что изменение города и изменение губернии. Опять выходите несколько имен. Дайте одно. Сложно. Для Вы не занимались брендом территории? Может быть, такого не было? Ну, все-таки, наверное, все-таки Рахманинов в первую очередь. Рахманинов. Все равно вот настойчиво. Но вообще, конечно, набор имен просто фантастичный. Фантастичный. Андрей Игоревич, если только перечислит фамилии дворянских родов, которые рождены и жили в Тамбове, так просто, знаете, убедительно. Потрясающе. Вы понимаете, потрясающе. Вот любой пласт, то есть и иностранные дела, и индологи, и все что угодно. Это Тамбовская земля. Сейчас вернемся, но мы должны про Петра... Бенкендорфы тоже вот, из Тамбовщины. Как же такое имя не вспомнить, да? Слушайте, и при этом у вас 120 тысяч... 128. 128 тысяч фондов. Это значит, у вас такой тщательный отбор, потому что при такой коллекции будем считать, можно Эрмитаж создать. У нас фондовая закупочная комиссия тоже не проходной двор. Вообще в любой госмузей в любой, попасть да. сложно. Попасть очень сложно. Очень сложно. Последовательно работа. Михаил Леонидович, мы гордимся одним именем. У нас выбора нет. У нас как вот выбора нет, трезвость, помните этот лозунг? Ну, Петр Первый, конечно, знаковая фигура. В заглаве города. Да, и Петр, конечно, и, так сказать, и Державин, конечно, да. Вот у нас, в общем-то, небогатый пантеон дворянских фамилий. Вообще здесь не было имений, здесь не было крепостного права, здесь не было землевладения помещено только в двух уездах, вот, которые сейчас нам не принадлежат вообще. Поэтому в этом плане мы беднее. Но у нас Калевала, у нас эпос, у нас герои Калевалы, у нас русские былины, которые все здесь сохранились. Понимаете, мы немножко вот разные. А вы сейчас акцент другой взяли. Я вас спросил про Петрозаводск, а вы уже вот говорите как о субъекте, да? Ну да. Вот, то есть Карелия, конечно, Калевала, наверное, да? Или Калевала, как правильно. Калевала, да. Вот. Хотя, вы знаете, вот Михаил Леонидович подтвердит, здесь великие имена, значит, у нас
в земле зарыто на кладбище и потом катком закатано. Гаскоин, конечно, да. Чарльз есть... Гаскоин. Лучший металлург Европы здесь работал. Чарльз Гаскоин, да. И закатан в асфальт, то есть он не нужен. Да, то есть конечно. У нас тут очень сложное отношение к именам, культуре. Значит, интересно теперь, про Серафима Саровского хотел вас узнать. А, кстати, это родина? Можно задать вопрос, Александр? А императоры бывали в Тамбове? Все императоры, за исключением Александра Третьего, были в Тамбове. У нас все. Два. В смысле, все Романовы? Начиная с Петра. Александра Первого. Петра Первого не было. Но император Первый Петр у нас. С Александра... Нет, я имею в виду 19 век. 19 век. С Александра Первого и до Николая Второго. У нас только Александры. Александр Первый и Александр Второй. У нас не было Александра Третьего. При советской власти в Тамбове не было ни одного руководителя советского государства. У нас Никита Сергеевич Хрущев 4 часа посетил. У нас была телепередача о визите Хрущева. Ну, проездом в Петрозаводск. 4 часа. Останавливался. У нас даже проездом не были. Ельцин у нас бывал. И, я про советских руководителей. Ельцин до нас не доехал. Владимир Владимирович Путин был, да. Бывал. Путин был у вас? Был, да. Дмитрий Анатольевич был в ранге премьер-министра. То есть в ранге президента его не было. Мы говорим об этом не чисто риторически, потому что у нас, например, в музее есть такая тема занятия «Визиты императоров в Карелию». Но у нас пока ее нет, мы только создаем 19 век. У нас будет экспозиция в этом году. Мы к 134-летию музея сделали 19 век. И надеюсь, что эта тема тоже будет представлена. Пока ее нет еще. Но у нас день рождения музея 25 декабря. Поэтому... У нас 16 июня. Вот. У нас такое подкатолическое Рождество получается. Как с вами интересно, конечно. Вот сейчас, я думаю, телезритель удовольствие получает, сравнивая. А вот знаете, давайте... Серафим Саровский, вы спрашиваете. Да вот уже у меня и нет времени. Ну, скажите, конечно, нельзя... Скажем, мощи его где, Серафима Саровского? В Дивеево. А Дивеево это Нижегородская не у вас. Область. Нижегородская область. Дело в том, что Серафим Саровский у нас в Казанском монастыре был рукоположен. На территории Казани... Это самый центр Тамбова. Я вот показывал сегодня фотографии вида Тамбова. Уникальнейший храм, единственный православный храм, который расписан в стиле итальянской гризали. Черно-белые росписи стен, не цветные, как принято в Русской Православной Церкви. Ни одного нимба над ним святым. Даже над Иисусом Христом нет нимба. Уникальные росписи. Вот в этом храме он был рукоположен. 40 дней проживает на территории этого монастыря и пешком отправляется в Сарову пустынь Тамбовской губернии. Это была там Саров была Тамбовская губерния. Тамбовская губерния была в два раза больше, чем сегодняшняя Тамбовская область. В 1937 году ее... Потрясающая земля. Вот обязали. Как вам, историку, наверное, как вот это интересно слышать. Еще самый главный образ различия. Вот я сегодня видел герб Тамбовской губернии. Это пчелы. Мы для передачи возьмем, но назовите. Вот я не знаю. Это пчелы. Это пчелы. Три золотых пчелы и золотой улей. Понимаете, Александр, пчелы, улей, мед, а у нас герб чугун. Четыре ядра, слушайте, щит. Если а в этом по-человечески говорить, то это же Черноземье. Это лучшая российская Тамбов земля. Направо Россия, налево Россия, впереди да. Россия, сзади Россия. Да, и фашист не дошел. А мы народ на границе. Мы пограничная территория. А граница имеет свойство все время меняться. И все войны на границе. У нас за 900 лет нашей истории 30 войн. И порой здесь решалась судьба России, если взять Северную войну, скажем. Вот. Опять же, вы, наверное, сейчас слушаете, как американец, где тоже войны нет, не было. Почему? И тоже так вот, надо нет, же. Нет, у нас самые страшные события гражданской войны. Антоновское движение. Тамбовский волк тебе, товарищ. У нас гражданская война была тоже жестокой. Здесь она сопровождалась интервенцией. Безусловно, Антанты. Конечно. Да. Да, и здесь гражданская война была тоже довольно жестокой. Конечно, с Антоновским восстанием
Не сравните все-таки. У вас не применяли химическое оружие, у вас не применяли, не расстреливали население. Чего? Как не расстреливали? Мирное население, имею в виду. Мирное население во время оккупации просто тысячами. Свои, когда расстреливали заложников своих. Заложников у нас брали после ранения Ленина, убийства Володарского. Единственная территория в мире, Тамбовская область, Тамбовская губерния, которая была объявлена зоной оккупации. Никогда ни одно государство собственную территорию не объявляло зоной оккупации. Я вот не очень это знаю. Объясните, что такое зона оккупации? Это имеется в виду, своим да. объявляют зону оккупации? Да, да. Что да. это такое? Комендантский час. Любая попытка выступить своих же против своих, или хотя бы... Ну, там шла охота это на Антонова. Это какие годы? Это 21-22 год. С июня 21 до июня 22. И в это время еще и голод, да? Антоновское восстание. Антоновское восстание. Идет охота всего лишь только на одного человека. И чтобы его поймать, зная о том, что он там пришел, хлеба попросил, там еще что такое, означало смертную казнь для всей деревни. Всей. Как я говорю, судьбу Хатыни, вернее, Хатыни повторила судьбу 15 деревень на Тамбовщине в 20-е годы. Ну, это дела Тухачевского, кстати. Да, ну, здесь, опять же, вы говорите имена, да, Тухачевский, Котовский. Первую свою награду получает Георгий Константинович Жуков на Тамбовщине за подавление Антоновского движения. Здесь Аркадий Гайдар. Командир полка. Как он юный. В своих воспоминаниях с удовольствием описывает, как он тамбовских крестьян за ребра вешал. Страшные, страшные события. Здесь понятно у вас, вы понимаете, это вот интервент, это чужак. Захватчик. Это захватчик, а здесь свои. Здесь свои. Ну, это еще раз подтверждает мысль БГ Бориса Гребенщикова. Но по данным разведки, мы воевали сами с собой. Так, давайте тут поставим точку, поскольку я все-таки вас о Державине хотел подробнее расспросить. Угу. Справедливо ли, что Александр Сергеевич Пушкин отозвался о Гавриле Романовиче не очень лестно, что, мол, только человек с отсутствием вкуса может читать эти вирши? Я думаю, здесь Александр Сергеевич говорил о цехе поэтов, где он был порой беспощаден к вопросам вкуса. Это не совсем с его стороны благодарно, потому что Державин в «Гадком утенке» Пушкине рассмотрел гения. Вот. А все-таки давайте поговорим о государственном деятеле Державине. Стихов ни в Петрозаводске, ни в Тамбове он не писал. Одно стихотворение написал у нас здесь. И одно у нас. Название его само за себя говорит – «Упование на силу духа». И одно в Тамбове. Один-один. Несмотря на то, что здесь год, там три. Все-таки он был госслужащим в этот период. В Петрозаводско-Тамбовский. После Тамбовского периода он потерял свою супругу, любимую Екатерину Яковлевну-Бастидон. Это чуть попозже будет. Это уже в Санкт-Петербурге. Ну вот она уже заболела-то в Тамбове. Ну вот вы знаете, общее что? Общее то, что он... Сегодня вот в докладе у Андрея Игоревича прозвучала цитата, что «я руководил двумя губерниями, третьей не будет». Да? Все, он наелся вот этого провинциального администрирования, потому что он здесь боролся с тем же, чем и у вас боролся, вот на конкретных примерах можно об этом говорить. Очень интересно сегодня рассказывал Андрей Игоревич, но боролся со взятками, боролся с пьянством, боролся с кумовством. Туталмин, генерал-губернатор, здесь, в Волонецкой губернии, просто наводнил Петрозаводск своими родственниками, чиновниками, приятелями, родственниками. Ну вот. Там он вступил в конфликт. И, кстати, я сегодня слышал вас и делаю выводы, встречают его везде хорошо. Да, да, да. Да. Туталмин его встретил хорошо. Туталмин сам баловался стихами, а сын его был поэтом. И Гудович. И Гудович. Выясняется, что принял его как хорошо. Как фамилия генерал-губернатора? Гудович. Гудович. Да. Андрей Игоревич, у вас есть памятник Гавриле Романовичу? Безусловно. Рядом с музеем. Безусловно. На улице Державинской.
И у нас рядом. Но мы телезрителю дадим, и у нас... Вы довольны своим памятником? Ну, я не знаю. А вы довольны памятником своим? Не очень. Потому что... У нас новый памятник. У нас новый поставлен. А у нас какого года-то новый? Ну, лет 10-15 назад. Вот 10-15 и у нас. У нас какого-то... 10 лет, 10 лет. А Державинские чтения 14. У нас бюст. У нас не памятник, у нас бюст. Бюст. У нас памятник... Ну, к бюсту, наверное, более скромное отношение. Поставлен в несколько неудачном месте. По литературе, по драматургии. Он стоит в сквере, ну, в саду, и провозглашает губернию. То есть по драматургии это памятнику быть на площади. Во-вторых, он архитектурно поставлен очень неудачно, спиной к солнцу. Он у нас всегда афроамериканец, так скажем. Его фотографировать очень сложно, потому что металл и камень любят светило солнечное. А он в затылок оно ему целый день смотрит. У нас на центральную улицу он стоит. Улица Державинская, Советская, Советская у нас центральная улица. Андрей Игоревич, у вас есть какой-то у детей краеведческий учебник, вот по которому... Обязательно, конечно. Как он называется? Историческое краеведение. Историческое краеведение. И там наверняка Державин... Целый параграф Державину посвящен. Да. Ой, целый параграф, да. так много. Да. И у нас. У нас побольше, чем параграф, по-моему. Ну да, он у нас там сквозняком. У нас разбит вообще на разные года, не раз возвращаются к имени Державина. Наверное, у вас, да? Ну, надо, да, да. Ну что, время подходит к концу. Скажите, пожалуйста, а как вот рождаются директорами краеведческих музеев? Вы кто вообще профессионально по бэкграунду, Андрей Игоревич? Вы историк? Я историк, учитель. Ага. 20 лет в образовании. Ну и пришел 5 лет назад, пришел в музей. Скажите, у вас в городе это почетная должность, директор краеведческого музея? Я думаю, что да. А у вас? Ну, можно я отвечу? За него? За него, да. Конечно, интересно. Видя взаимоотношения здесь, да. Ему, Михаилу Леонидовичу, сложно выходить на улицу, его знает весь Петрозаводск. Да, это точно, его все знают. И вот это вот как раз, вот, наверное, характеристика Михаилу Леонидовичу. Я просто удивляюсь. То есть вы хотите сказать, что тамбовщина вас не всегда вот узнает? Вот вы приедете? Нет. Меня узнают. Я тоже медийное лицо. Все вип-гости тоже мои в обязательном порядке. Поэтому вам губернатор звонит? К нам едет такой-то показать город. Нет, губернатор не звонит. У нас этими вопросами занимается вице-губернатор. Ну, но звонить, да, с этой, да, просьбой. Да, 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 конечно. И вы преданно... И я показываю город, и не только город, а и область, и музей, естественно, и по области. Вводим, показываем. То есть вы как бы главный архивариус для правительства, ну да? Да, в какой-то степени, да. Михаил Леонидович, вы являетесь главным архивариусом для... Ну, архив – это архив, музей. Ну, это такое, да. Я достал просто литературное. Наверное, скорее всего, к нам ходят и делегации, и комиссии, которые приезжают в город, как к визитной карточке города. Потому что постоянная экспозиция, музей – это визитная карточка города и республики. Вот, поэтому... А ваш бэкграунд, Михаил Леонидович? Мой. Здесь мы с Андреем Игоревичем очень похожи. Действительно, как это очень интересно. То есть вы тоже учитель? Я учитель по духу, по тесту, из которого я испечен. Вот, но... Это хорошо, что сейчас приходят в музей, вот идет смена поколений, сейчас ушли очень крупные руководители центральных музеев. Вот, в музее должен быть просветитель, учитель и просветитель, в принципе, слова одного смысла. Поэтому... Yes. Прийти в музей очень сложно. Уважаемые телезрители, вот. Я понимаю, что у меня сегодня в студии два счастливых человека. Они состоялись, их любят в их регионах, их знают. Почаще ходите в музей. На этом сегодня все. Спасибо. До свидания.